Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас четверг. А что это значит? Значит, это обновление на XRP. Ну, а перед началом ролика, как всегда, не забывайте меня поддерживать. Это лайкусик, подписочка на канал. Ну и пишем комментарии. Ну, а мы переходим к ролику. Итак, заходим. F1, обновление, новые кейсы, лимитированные кейсы. Это все по стандарту у XRP. Лимитированные кейсы, ясно. Получается, новые бизнесы в Москве. Торговый, кафешка, магазин, частная парковка, частный склад. Начало продаж 9.06.2022 года. Это получается 19.00. Но здесь они хорошо сделали. Видите, то что не те люди, которые заходят ночью и ловят бизнеса, а именно для всех сделали. Пополнение автосалона. Неужели они что-то добавили в автосалоны, а не в F4 донат? Охренеть. Infiniti Q50 и BMW M6. Ford Mustang Shelby добавили, получается. Собери автомобиль. Lamborghini Urus. Ага, новый контент и корректировки и исправление багов. Здесь все понятно. Так, что давайте, получается, пройдемся по уникальному контенту ихнему. Count Touch, Q7. Вот она, Shelby это. Ну, блин, такое себе. Это вообще не знаю, кому надо. Вот кто купит, скажи это? Кто это купит? Вот это вот кто купит вообще? Кейсы. Что у нас? Кейсы, как обычно. По херне все. В акциях вообще ничего интересного. С продажа все то же самое. Блин, понятно. Next Pass. Магазин. То же самое, все состязания через 10 часов. Все ясно. Так, в автосалоне у нас должна быть, да, вот Q50. 10 лямов. Ну, блин, такое себе. Если на нее есть обвесы, то она будет нормально, типа красивая тачка. Если на нее нет обвесов, то она того не стоит. Так, ладно, следующую тачку мне сказали, это будет... Это будет в это, как его. Я не слышал, братик. Здесь должна быть у нас BMW. BMW M6 E24. C-класс, задний привод. Будет дрифтить 202 скорости. Лям 990. Ну, блин, на любителя. Итак, что я могу сказать? Это все глобальное обновление. Ну, хотя да, для Next это глобальное обновление. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, там подписываемся на канал, пишем комментарии. Как вам это глобальное обновление? Прям очень глобально, самое глобальное. Как говорил Шершень, самая лучшая обнова. Всем пока.